Ответственный. Целеустремленный. Патриот нашей страны. Сильный, порядочный, смелый. Подождите, вы не путаете настоящий и современный. Современный. Ой, вкратце, это вообще ничто. Но есть хорошие, например, мой зять. Но есть и такие, которым просто вот жалко на них смотреть. Не надо такими быть, надо быть мужиками. Новое поколение, смотрите сейчас, который 18-16, они очень похожи на японский комик. С точки зрения мужчины, это человек, который у него хорошая тачка, нормально зарабатывает, красивая женщина. С точки зрения девчонки, это человек, который можно купить ей много. Ну, ветреный. Как так? Ну, вот такие вот современные мальчики. У них на первом месте только их личные дела и вот все такое. Деловой, внимательный. А на какой возраст вы перечисляете? С 25 до 30. Так. Под себя. Ну, какой? Да никакой. Почему? Ну, а какой современный мужчина? С бородой. Вам не нравится моя борода? Нет, мне нравится ваша борода. Но, в принципе, все сейчас с бородой, кроме вашего оператора. Я не знаю, мне попадаются хорошие. Ну, раньше, знаете, рыцари там. Девушек завоевывали как-то, старались. И сейчас, как бы, ну, хочешь, сделай сама, правильно? Но это большинство так, не все, конечно. Люди, которым, в принципе, ничего нельзя доверить. Самый Но лучший. Его не существует. Неправда, у меня есть. У меня самый лучший, самый любимый, самый красивый. Ну, вот он один был, она его забрала. Безответственные люди ей достаются, которые врут постоянно. Мужчина должен быть честным, обязательно, вот. Поддерживать всегда. Да, сильный. Ну, мы про своих говорим.